Участники состязались на двух дистанциях – 5,5 километров и 21 километр 100 метров. Первый забег прошел только по гоночной трассе, второй – и по автодрому, и по улицам Олимпийской деревни. В соревнованиях смогли принять участие все желающие от 14 лет. Это не только сочинцы, но и жители других регионов, которые специально приехали на курорт для участия в забеге. В итоге победу одержал атлет Ринас Ахмадеев, установивший новый рекорд соревнований. На финише он показал 1 час 3 минуты 48 секунд. За это время, напомню, он пробежал более 21 километра. Вторым и третьим призерами сочинского полумарафона стали неоднократный чемпион России в марафоне и победитель национального чемпионата 2015 года в полумарафоне Федор Шутов и победитель московского марафона прошлого года Артем Алексеев. Среди женщин лучшей с личным рекордом оказалась специалист в беге на средней дистанции Светлана Карамашева. Ее результат – 1 час 14 минут и 51 секунда.